Традиционно на Руси в каждом дворе в деревне занимались выращиванием птицы. Это куры, утки, индейки, гуси. В последнее время интересным выращиванием стали заниматься перепелами, даже городские жители. Разведение и выращивание птицы – интересное и рентабельное занятие. В каждом дворе на столе всегда есть свежие яйца, мясные деликатесы. От птицы получают дополнительно жир, перо и даже удобрение, которое является ценным. Содержание птицы может быть разным – клеточное, вольерное при свободном выгуле. А вот молодняк птицы необходимо выращивать в помещении с возможностью регулирования температурно-влажностных режимов. Альтернативным способом выращивания может быть наседка. Универсальной наседкой является индейка, которая является не только хорошей наседкой, но и очень добросовестной няней. Для выращивания птицы необходимо создавать определенные условия. Для птицы очень важен соблюдение температурного режима, световой экспозиции, освещение, фронта кормления, фронта поения. У птицы, у молодняка птицы, у цыплят, гусят, индюшат в первые периоды жизни нет системы терморегуляции, не работает гормональная система. Для молодняка птицы необходимо соблюдать некоторые условия. Световой день должен быть в первые часы жизни 23 часа. В дальнейшем снижение до 8 часов в двухмесячном возрасте. Основная ошибка многих частников является первые сутки и вообще ставить очень мощные лампы на круглосуточный режим. Это очень вредно для птицы. Так как у цыпленка не работает гормональная система, поэтому корм должен быть сбалансирован по всем компонентам. Для этой цели компания Capital Pro разработала полнорационный комбикорм, который удовлетворяет по всем потребностям. Это корм солнышки, который можно использовать первые дни сутки для всех видов молодняка птицы. С месячного возраста можно использовать собственную корма собственного изготовления. Это зерновые, белковые, минеральные и добавлять корм премикс витаминно-минеральный премикс солнышко. В дальнейшем можно использовать те же корма и использовать премикс рябушка. Также для продуктивной птицы разработан полнорационный корм, который обеспечивает птицу по всем компонентам. Это полноценный комбикорм рябушка, который также обеспечивает взрослую птицу полноценными компонентами для нормального роста, продуктивности и воспроизводительных способностей. На весь период роста и развития птицы и продуктивности мы рекомендуем использовать комбикорм «Рябушка», который в свободном доступе. Птица по необходимости дополнит свой рацион всеми необходимыми компонентами. И у вас всегда будет на столе доброкачественный, экологически чистый продукт. Надеемся, что наши советы помогут вам успешно выращивать птицу и содержать. Желаем вам успехов!